Чемпионка мира и призер чемпионата Европы по дзюдо и самбо Анастасия Тукмачева поклонникам спорта знакома хорошо. Словичанка, воспитанница нашего КДЮ США отделения дзюдо и самбо, впоследствии руководитель спорткомитета, возглавляла центральную специализированную ДЮС США Олимпийского резерва по видам единоборств. На прошлой неделе в Одессе стала лауреатом премии «Золотой мангуст». Как генеральный секретарь двух национальных федераций – панкратиона и грэпплинга. Все хотят попасть, мало того, что на саму номинацию на мероприятии, очень все хотят получить награду именно здесь достойную, потому что президент спортивной общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев. У них бескомпромиссный подход к этому делу. И действительно всегда достойные и достойные. Сама Анастасия прокомментировала это награждение как большой-большой сюрприз для нее. А словчанам приятно. Землячка с золотым мангустом.